на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре нож Пират F907. Комплект поставки включает в себя сам нож с ножнами и копию сертификата. Ножны изготовлены из пластика. Данный нож относится к типу ножей пуш-дагер или просто тычковый нож. Он имеет небольшие размеры в длину, всего лишь 97 мм, что позволяет обеспечить максимально скрытое ношение такого ножа. У ножа особая конструкция рукояти, которая расположена перпендикулярно по отношению к лезвию. Рукоять зажимается в ладони, а лезвие пропускается между средним и указательным пальцем. Подобный хват невероятно крепок. Таким образом, нож невозможно выронить или выбить из руки. Это отличное средство для самообороны. Ну а в повседневной жизни он очень удобен для разрезания каких-либо материалов, а также, например, для вскрытия коробок. Клинок здесь кинжального типа с односторонней заточкой. Его длина составляет 47 мм. В конструкции используется сталь марки 40H13. Она отлично держит заточку, также обладает хорошей устойчивостью к коррозии. Накладки на рукоять сделаны из дерева. На самом клинке в районе пятки есть гардообразное расширение для защиты пальцев при колющем ударе. В ножны можно продеть шнур. Таким образом, нож станет удобнее носить. Данная модель отлично подойдет для ежедневного использования. Купить его можно на нашем сайте. Ссылка в описании и под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!